Здравствуйте. Вы смотрите программу «Городская среда». Качество жизни – это мера взаимодействия между средой обитания. То среда обитания – это то, что нас роднит и сближает. Мы неоднократно в своих программах искали ответ на вопрос, сумела ли молдавская столица стать той средой обитания, в которой мы бы хотели реализовывать свои индивидуальные возможности. Не станет исключением и эта встреча с телезрителями. К диалогу мы пригласили муниципального советника Александра Одинцова и представителя гражданского общества Алексея Димитрова. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот в продолжение такого моего начала хотелось сказать, что анонсированный или объявленный референдум по отставке столичного мэра Дарина Киртака, который пройдет 19 ноября, это, скорее всего, наверное, есть ответ, такой социальный ответ на вопрос, который я как раз поднял, насколько он совместим, наша среда обитания, с теми возможностями, которые мы хотим реализовывать. Вот ответ на то, что среда обитания не отвечает нашим ожиданиям. Мы хотим поменять среду обитания, которую сформировал конкретный практически, или конкретный сил, или конкретный человек. То есть, насколько вот с одной стороны, я литературно это все пытаюсь высказать, но в то же время существует наверняка такой политический, социальный запрос на то, чтобы, в общем-то, поменять сегодня среду обитания в виде молдавской столицы, изменить то, что наворочено было за последние 10 лет. И сумеет ли этот референдум поставить точку вот в этом всем, вот на ваш взгляд? Ну, давайте начнем с таких базовых принципов. Референдум — это высшая форма проявления демократии. Быть против референдума, а мы видим заявления лидеров некоторых партий о бойкотировании референдума, это то самое, чтобы бойкотировать процессы демократические, бойкотировать волеизъявления людей. Если вы против самого проведения референдума, либо вы за Киртуаку, вот, ну, сегодня мы видели о том, что господину Гамрецкому, однокласснику Киртуаки, дали 3 года условно со срочкой приговора. То есть, что это означает? Что можно и не отбыть эти 3 срока в местах не столь отдаленных? Мы не знаем. То есть, если хорошее поведение, то вам скостили. В СМИ не озвучили, какая именно отсрочка. Как правило, это около 5 лет. Но отсрочку дают беременным женщинам. Там, ну, для того, чтобы женщина родила, воспитала ребенка, и через какое-то время она сможет, когда ребенку 5-6 лет, он поступает там в школу, может отбыть наказание. Мы не знаем, беременен господин Гамрецкий, но ему дали отсрочку. На каком основании человек, который признал свою вину в мошенничестве, в злоупотреблениях властью, дали отсрочку, абсолютно непонятно. Мы не удивимся, если нынешняя власть в сговоре, а мы видим всякие альянсы 4-5, там и какие-то эти, я уже забыл, путаюсь в этих цифрах, альянсы, мы не удивимся, если и Киртуаки дадут какую-то отсрочку. Там, через 20 лет, через 50 лет умер, сразу там отбыл наказание. А наш город будет продолжать утопать в грязи. Так вот, референдум – это высшее проявление власти. Людям не нравится. Более 80 тысяч подписей было собрано нами. Это паспортные данные, официальный сбор подписи, подтвержденный ЦИКом, было и судом, подтвержденные подписи. Это те люди, которые категорически против этого, я повторюсь, не до мэра, потому что он до мэра так и не дорос, и которые желают для того, чтобы новых досрочных местных выборов, чтобы пришел нормальный хозяйствующий примар, который не будет заниматься политикой. Мы не хотим заниматься политикой в городе, мы хотим заниматься градостроительством. Мы хотим, чтобы город был удобный для жителей. Мы хотим, чтобы в городе было удобно передвигаться и комфортно передвигаться. Мы хотим, чтобы город был безопасный, а самое главное, экологически чистый. А мы сейчас тонем в грязи. Мы утопаем, грязная вода. Грязная вода из этих всяких пурчелов, которые они же своим указом представили муниципальному совету без экологических экспертиз, без каких-то обоснований, без подготовки почвы. Они пурчел разместили там. Для чего? Для того, чтобы его дядя прикарманивал бабки, которые его фирма выигрывает в Альтесабритате. Ну, элементарная математика. Все думают, цинцерены, жители возмущаются, экология и так далее. Все банально просто. И есть подтверждение того, что Валерий Мунтян, бывший министр экологии, в недавнем скандале приезжал, специально провоцировал жителей цинцерен для того, чтобы они были против возобновления складирования на свалке в цинцеренах. Почему? Вот как потому раз я хотел задать этот вопрос. Get Premium, еще несколько фирм, которые аффилированы к господину Гимпу, поставляли топливо фирмы Alfa Sabretate.
Очень просто. До Цинцерен и обратно 37 километров. 37 туда, 37 обратно. А до Пурчел 2 километра. Тариф не изменился. Расходы где? Куда девятся? Списывалось горюче-смазочных материалов столько, сколько на 37 километров? Это знаменитая схема. То есть, ну, то наш коллега подскажет, он особенно обожает господина Маргача, троллейбусный парк, мы знаем его особую любовь. Точно так же, то есть наличность, вот в чем экономический интерес их. Поэтому, уважаемые дорогие горожане, жители, обязательно нужно 19 ноября выйти массово на референдум, проголосовать за отставку этого идиота. И после этого мы все вместе выберем достойно хозяйствующего примара, который наведет наконец-то порядок в этом городе. И не надо никого слушать, Майя Санду, кто там еще, Павличенко, даже демократы высказались. Сказать, ваша оценка того, что демократы заявили о том, что они не поддержат референдум по отставке Кертака. Я понимаю, что Демпартия в муниципальном совете не представлена так широко, например, как в парламенте. Они 2%, по-моему, получили на последних выборах, если не ошибаюсь, в муниципальных выборах. У них всего один представитель в муниципальном совете. И нам удивительно, когда люди, которые, чьи представители там в ЦИНА, мы знаем, их контроль над этими, ну, скажем так, приписывается контроль над правоохранительными органами, возбуждено одно уголовное дело по парковкам. Все жители должны были платить за парковки, 13% от которых должно было пойти ему в карман, 13% этому человеку, который будет находиться сейчас временно на свободе, мы не знаем, какое время, Гамрецкий, я имею в виду. 67 миллионов они выплатили, второе уголовное дело господина Кертуаки, 67 миллионов без решения муниципального совета. То есть, грубо говоря, он из бюджета украл 67 миллионов денег. Но главное не это. Эти деньги было заплачено 83 полицейским. Полицейские просили квартиры, а не деньги. И мы знаем, и у нас есть некоторая информация, к сожалению, эти люди не хотят выйти с пресс-конференции или заявить о том, что они платили взятки. То есть для того, чтобы получить 42 тысячи евро, он должен был заплатить 10-15 тысяч евро взятки. Причем в этой схеме делалось через судебных исполнителей, которые участвовали в мошенничестве по отъему участка в муниципию, понимаете? Вот эти левые аукционы. Участок возле птички, треугольник. Это еще одно уголовное дело. Знаменитый бэби-парк на улице Садовяну. Он был украден у города благодаря мошеннической схеме с участием судебных исполнителей, да, и судей, один из которых умер, но эти же судебные исполнители. Так вот, Кертака разрешил своей подписью выделить эти 67 миллионов лев без решения муниципального совета. Полицейские просили не деньги, они просили квартиры. На эти деньги можно было построить квартиры, и решение муниципального совета, как должно было быть по закону, утвердить список сотрудников правоохранительных органов, которые имеют право получить квартиры, причем там не указано предоставить право собственности. Они должны были пользоваться этими квартирами, потом они могли, допустим, участвовать в приватизации. И вот они хотят этого человека оставить, выступать против референдума, уважаемые граждане, это значит выступать за этого недомерка. За того, кто ворует город, за того, кто уничтожает экологию, за того, кто травит животных. Мы все видели перед этим, вот господин Котец, сколько собак травили. То есть, уважаемые, вы за это выступаете? Вы выступаете за то, чтобы продолжались пробки? В данном случае, демократы как раз высказали защиту Кертака, то есть они это все, как бы, получается, одобряют. Так нет, понимаете, ну даже так называемая проевропейская Майя Санду, если ты выступаешь из проевропейских принципов, ну, как сказал другой представитель политической партии Настаса, он должен уйти в почетную отставку. Ну, понимаете, это каким надо быть политическим идиотом, чтобы заявлять, коррупционер должен уйти в почетную подставку, мы его орденом должны наградить? Ну что за идиотизм, уважаемые господа? Может, имелось в виду, что почетная отставка — это места не столь отдаленные? Да его ногами вперед надо выносить из премьерии, понимаете? Потому что иначе, вот не дай бог, какое-то сильное землетрясение, и мы увидим, как все эти дырдовские новостройки, не дай бог, чтобы люди не пострадали. Да, что не случилось то, что было в Степанакерте, когда в свое время, в конце 80-х. Все эти постройки на детских площадках, сколько мы боролись и с заборами, и не с заборами. Забор, повторюсь, как нас обвиняют, это последняя мера, то есть крайняя мера для того, чтобы защитить детскую площадку. Вот сейчас мы пришли к тем моментам, когда бизнесмены наконец-то осознали,
свою социальную ответственность, и они готовы отказаться. Вот, к примеру, участок Андрея Долга 32/2. Вот мы учредителю, арендателю этого участка предлагали еще давно, ну зачем тебе вот эти скандалы? Откажись от участка, мы через совет тебе предоставим другой участок, где не мешает людям. И вот наконец-то люди идут на эти шаги, потому что понимают, не принесут добра вот эти деньги, заработанные на чужом горе. Понял. Алексей, извините, у нас такой диалог сложился достаточно живой с Александром, дадим возможность ему передохнуть. Представители гражданского общества — это своего рода индикаторы, градусники состояния протестов, протестного отношения, состояния негативного отношения к тому или иному представителю власти. Вот вам, как гражданскому активисту, идея референдума, идея тому, что, в общем-то, этот референдум все-таки должен состояться, чтобы кишиневцы могли однозначно высказаться в отношении своего будущего. Именно таким представляется сегодня результат референдума. Вот ваше видение и что является, на ваш взгляд, главным мотивом, побуждающим идти и участвовать в референдуме? Референдум однозначно нужен. Другое дело, что его очень политизируют, и в этом велика проблема. Я общаюсь с определенным количеством людей, молодежи, разных возрастов, и, к сожалению, констатирую такую ситуацию, когда референдум ассоциируется с конкретной политической партией. К сожалению. То есть я нахожусь всегда в той ситуации, я по своему подходу человека политичный, я не состою ни в одной партии и не буду состоять никогда. Я конкретно беру хозяйственные аспекты. И когда я этим людям пытаюсь объяснить, что вот, та же улица, например, Олега Руссо, вода эта не стекает, ей некуда. Я лично снял видеорепортаж, смонтировал. То есть Кирпак на своем докладе, там, где в сквере Европы, где он любит сказать это, декларировать, что он сделал каждый год, да, этот его отчет. Он говорил, что по европейским стандартам улицы. То есть я взял, смонтировал, я не сделал монтаж самого видео. Я кусочек взял из того, что он сказал, показал конкретно, что. Взял опять кусочек, то по европейским стандартам, что вода не может накапливаться. На самом деле я показал, что эта вода просто так накапливалась на 3 метра шириной, что от бордюра до троллейбуса просто люди должны были собрать эту всю воду перед тем, как переплывать, да. Но вот я не понимаю, что какое-то такое, я не хочу прослыть мизантропом, но у наших людей, я не буду говорить за всех, но у большого количества людей вот повернуты мозги политически. Я не понимаю, почему. Когда я ему говорю, что объективно пробки, неправильная организация там общественного транспорта, незаконное строительство, инфраструктура, вот новострои строят, они хапают, я извиняюсь, вплоть до дороги. Участок невозможно пройти, машины заставлены, вот он думает, что все, что от дома и до улицы, это парковка, элементарно негде пройти. Я не понимаю, как эти люди ходят день за днем и продолжают говорить, что референдум – это задумка социалистов или задумка еще кого-то. Это глупость просто. Референдум необходим независимо от языковых каких-то аспектов, разногласий, политических. У нас общая проблема, у нас проблема такая, что в этом городе просто противно жить. Противно. Утром выходишь в стресс. Я не знаю, может быть, будучи автомобилистом и будучи автохамом, таких у нас таких 95%, может, им проще нарушать и плевать на все. Но я в качестве пешехода, я утром получаю стресс. Я приезжаю на работу, мне уже на меня смотрят и говорят, почему ты такой весь дерганный? Да потому что негде пройти. Я работаю ниже базара центрального рынка. Я представляю, улица Коломна. Там машины вплоть стоят бампером. Во все дни, кроме понедельника, там бывает. Улица Коломна. Отсутствие улиц. Да. Вплоть до здания. Я каждый день по 30-40 фотографий по Вайберу отсылаю в полицию с надеждой, что их оштрафуют. И получаю бестолковые ответы, что их нельзя оштрафовать. И в такой ситуации я действительно думаю, что, либо этот народ заслуживает вот такого примаря, либо я не знаю, потому что какие нужно создать невыносимые условия для людей, чтобы они захотели уже один раз, чтобы его вытащили оттуда. Но, правда, опять-таки, не только его одного оттуда вытаскивать надо. За ним еще там свора шакалов очень большая. Там нужно вообще 95% прочистить примарию. Ну, раз мы заговорили о проблемах примарии, я вот предлагаю обратить внимание на хотя бы несколько из тех проблем, которые затрагивались на протяжении предшествующих дней в ходе вот заседания муниципального совета. И для начала, чтобы, так сказать, состоялся разговор, предлагаю вам и нашим телезрителям посмотреть один из материалов, который подготовили мои коллеги по следам этого заседания, одного из заседаний. Пожалуйста.
Муниципальный совет Кишинева стал мажоритарным акционером «Аутоконтранс», а Вячеслав Булат, муниципальный советник от ЕНПМ, будет представлять интересы совета на общем собрании кредиторов предприятия. Такое решение было принято большинством голосов в ходе внеочередного заседания, состоявшегося 3 октября. Произошло это не раньше, чем состоялся обмен колкими репликами между социалистом Ионом Чебаном и либералом Юрием Настасом, которого ранее муниципальные советники от партии социалистов обвинили в том, что он был одним из тех, кто разработал стратегию, приведших к банкротству данного муниципального предприятия. Примария не имеет задолженности перед «Аутоконтранс». Связывать работы Наваля Мурилера с долгами неправильно. Более того, заявления господина Тушевского ложные. Он написал письмо, в котором напрямую атакует меня, заявляя, что я член Совета вместе с господином Топалы. Я никогда не состоял в админсовете какого-либо муниципального предприятия. Вы должны привыкнуть к тому, что если я говорю, то привожу и доказательства. Первый ответ получен от агентства публичных услуг Молдовы, подписанный Людмила Чеботарь. Общество с ограниченной ответственностью. Кустодис. Вам оно о чем-то говорит, господин Настас? Единственный руководитель Юрий Настас. Путем каких-то уступок вы приобрели долговые обязательства компании «Аутокомтранс». Да, теперь вы перевели эту компанию на кого-то другого. Господин Настас, не надо ходить далеко. В любом случае, всем все известно. Это с одной стороны. А с другой, все мы будем учитывать, чтобы все было на поверхности. Почему вы прячетесь? И это еще не все. Страсти накалились еще больше, когда Настас обвинил нескольких советников-социалистов в нападках на него и его жену. Госпожа Сильвия, скажите, чем я вас обидел? Сами скажете, а то я сам не понимаю. Теперь я должен признаться публично, что мне угрожаете вы, ваш кебакот и многие другие. Я напишу сегодня заявление в прокуратуру, чтобы все знали, что мне поступают угрозы. Они пришли к моей матери и сказали: посмотрите, где найдете своего сына. По словам Чебана, либералы не пожалели даже его отца, инвалида первой группы. Ему настоятельно рекомендовали хорошенько подумать о том, в какой больнице сдавать анализы. И он, Чебан, направил жалобу в правоохранительные органы для принятия мер. Возвращаясь к главной теме дня, специалисты главного юридического управления при мэрии Кишинева заявили, что есть два варианта решения дальнейшей судьбы предприятия. Первый – реструктуризация предприятия путем выявления экономического агента, который разработает и представит бизнес-план. И второй – продажа активов предприятия на торгах и его последующую ликвидацию. И, судя по всему, страсти накаляются в муниципальном совете. Почему именно вот таком транс? Ведь достаточно и других примеров, наверняка, о том, которые говорят о том, насколько в плачевном состоянии находится предприятие муниципалитета. Ну, скажем так, «Аутокомтранс» — это один из примеров того беспредела, то, что творится в примере. «Аутокомтранс» это муниципальное предприятие, которое большую часть доли в этом предприятии имеет, обладает муниципий, больше 58%, остальное там какие-то физические лица. «Аутокомтранс» это та компания, которая вывозила ил с Комсомольского озера и производила там определенные работы, которые не заплатили определенные деньги, там достаточно длинная история. Суть в чем? Суть в том, что специально банкротили данное предприятие. Администратор, мы не защищаем администратора этого предприятия, он тоже в чем-то виноват, и он тоже был замешан в другое. Суть не в этом. Суть в том, что муниципальное предприятие сознательно банкротилось, в том числе либеральным советником Настаса, Юрием Настаса, и он является учредителем, администратором одной из компаний, которая приобрела долги. Кто-то, это предприятие должно кому-то деньги, вот то предприятие продало свой долг, право требует задолженность с «Аутокомтранс» господину Настас. Ну, может быть, такой ангел во плоти? Не ангел во плоти, все банально под словами «Униря», «Европейские ценности», что они там еще любят говорить, весь бред этой сивой кобылы, заключается в простой экономическом выгоде, воровстве. А воровство заключается очень просто. «Аутокомтранс» владеет, на балансе «Аутокомтранса» находится 7 гектаров земельного участка на старой почте. И вот это лакомый кусочек, и мы уже знаем две компании, которые уже начали проектировать и желали построить там. Для того, чтобы построить там на «Аутокомтрансе», нужно обанкротить предприятие, чтобы судебный исполнитель продал за 3 миллиона леев. Вот найдите мне 7 гектаров за 3 миллиона леев.
Ну, нет, понимаете? Не знаю. За 3 миллиона леев они собирались продать 7 гектаров земли. Ну, не продать, дать право строительства и продать там всю остальную технику, которая уже убита и так далее, и так далее. Вот в чем заключается преступление, вот что они хотят сделать. И вот Майсанду, Настас, кто там еще, Павличенко, демократы, вы за них защищаете? Вот вы выступаете за вот это? Вы против референдума? Выступать против референдума, это называется, выступать против удаления раковой опухоли муниципи Кишинева. Потому что даже, мы уже все устали от этого. Мне кажется, еще и роспись, так сказать, в соучастии. Роспись в соучастии. Они являются соучастниками. Гаврецкого взяли, отпустили. Киртуаку, нет того, чтобы его посадить. Вот при аресте коррупционера обычно происходит следующий этап. 3 дня минимум он получает следственного изолятора, потом с ним проводят следственные мероприятия, а при Киртаке у нас что? Я лично присутствовал при его задержании. Его почетно проводили обыск, дождались, пока все советники либеральной партии, депутаты либеральной партии пришли, они ему там похлопали, носят тем кутине. Я удивился, почему их всех не забрали. Они сказали, носят тем кутине, забирайте всех нафиг, они заслужили. Ему дали сразу домашний арест. Он даже в КПЗ не сидел. Мальчик, посиди 3 дня в КПЗ, травмирован, подумай будет, и так далее. Что касается вот Комтранса. Здесь еще один момент есть, который было прикрыто министром экологии господина Мунтяну. Их, кстати, 3 брата. Один в Сибе, один министр экологии, а один Игорь Мунтяну, зам Гонти. Вот у нас вот такое кумовство, братовство и так далее. Понимаете, один семейный клан мафиозный. Так было прикрыто министром экологии. Объясняю. Аутокомтранс, что такое ил? Есть лабораторные показания, что ил из Комсомольского озера, он не является токсичным, там нет тяжелых металлов. Да, там что-то, конечно, собирается, но этот ил пригоден в качестве удобрения для чернозема, для наших почв. 300 тысяч кубометров ила, это приблизительно 400 тысяч тонн ила, было свезено не на ту площадку, где этот ил мог быть сохранен. Это около 17, по-моему, гектаров земельного участка напротив агроинститута за Полтавским шоссе, там в поле. Они выделили специально. А он был свезен дороге в сторону Гидигич. Вот от Полтавки в сторону Гидигич 500 метров надо проехать. С левой стороны есть такой обрыв, рыпа. Вот они туда свели этот ил. То есть его можно было продать? Ил, который можно было использовать для газонов, который мы, кстати, сейчас покупаем, можно было использовать, просто продать людям в качестве удобрений полей, потому что ил это ценные вещества, которые смываются с тех же полей. Можно было продать. Его просто бухнули туда. Естественно, это все заросло деревьями. И они после этого туда свозили мусор. И после этого они без экологической экспертизы того же министра либерального по экологии, они туда разрешили складировать мусор, строительный мусор, который собирает управление жилищно-коммунального хозяйства. Мы голосовали против этого проекта. Нет, они туда разместили. 400 тысяч тонн грунта пропало коту под хвост. К сожалению, некомпетентность руководства у нас сегодня не является, так сказать, побуждением прокуратуры каким-то действием. Ну, некомпетентный человек. Ну что, ну вот он так поступил. А то, что нанесен ущерб, опять же, надо доказать. И сегодня и я почему-то мало слышу вот таких, не знаю, пресс-конференций там, прокуратуры, где говорится, вот некомпетентный человек нарушил, принес государству миллионный ущерб, должен быть наказан. Ну, вот не Китай мы, понимаете, и здесь вот такая вот проблема. Мы Практика Китая, знаете, очень достаточно хорошая, достаточно... по-китайски поступить с 5 чиновниками, все остальные перестанут воровать. Ну, я понимаю, что есть у нас еще такая тема, как АП-канал. Там вот всплыла информация о том, что 24 миллиона было перечислено фирме, которая, оказывается, еще, я не знаю, существует или не существует. Давайте скажем так сначала. Да. Уважаемые кишиневцы, ну вот хочу вот вкратце вам рассказать, все знают, что творится что-то с ЖЭКами. Вот что творится с ЖЭКами? Вот у нас на днях будет публичное слушание по этому поводу. Творится все очень элементарно. Либеральная партия совместно к Альянсу проголосовали за изменение закона 303 о водоснабжении и водоотводе, в результате которого, то есть у нас закон о потребителе говорит, что ты потребил 10 кубов по счетчику, заплати за 10 кубов.
Они изменили закон 303, который говорит, вы потрубили 10, потребили 10 кубов, заплатите за 15, потому что 5 кубов это те потери, которые АПО канал теряет из-за того, что они 10. Вовремя не ремонтируют трубы, вовремя не приезжают на аварии, это та вода, которая уходит. Почему мы должны оплачивать? А вот они решили, потому что мы лохи, вот они нас за идиотов всех считают, понимаете? Вот это Альянс принял закон. Дальше. Накопилось 650 миллионов лев долгов в результате правления этой идиотской администрации либералов. Почему? Потому что они вовремя не администрировали те налоги и не распределяли на горячую воду. В результате возникла задолженность перед сначала термокомом, потом термоэлектрика, потом был скандал, который почему-то прокуратура не заметила, благодаря тому, что дядя Гимпу бегает к плохотнику и просит, не бейте, пожалуйста, моего племянника. Он же передал 30%, у нас в муниципе в термокоме было 33%. И мы могли в термоэлектрике иметь такую же приблизительно долю. Но мы должны были предпринять определенные действия. У нас сейчас там ничего нету. Из-за халатности вот этого горя руководителя. В итоге термоэлектрика подала в суд на муниципе. И сейчас все ЖЭКи ликвидируются. И вот тот лей, который с каждого из нас собирает для ремонта, благоустройства, уборки территории, он не идет на уборку территории, ремонту подъездов, там, капитальный или текущих ремонт, он идет на погашение кредитов, вот эти, на погашение долгов, вот эти 650 миллионов леев. Теперь многое понятно. В итоге наши здания не ремонтируются, они ухудшаются. В итоге они сейчас обязуют нас, весь город, создать ассоциации, а потом будьте уверены, уважаемые зрители, о том, что они создадут какую-то управляющую компанию, которая будет обслуживать все эти дома в 10 раз дороже, чем сейчас. А теперь АПО канал, о чем вы говорите, 24 миллиона, на самом деле кредит 60 миллионов евро, он делится на несколько этапов. Вот один из этапов, это второй этап реконструкции очистных сооружений, выиграла фирма, которая находится под следствием, представители ее находятся под следствием Национального департамента антикоррупции Румынии. 15 человек было арестовано по этому делу. В 4 городах Румынии они проводили также на АПО-каналах этих 4 городов, тоже с очистными сооружениями. Их обвиняют в фальсификации документов тендера, в подлоге документов, в организации преступной группы, в мошенничестве. И вот представители этой же компании побеждают у нас. И нам потом приходит ответная реплика АПО канала, мол, на тот момент все было нормально. Ребята, тендер проводился в начале 2016 года, объявили о тендере. А арест был в конце 2015 года в Румынии. Неужели вы об этом не знали? Это точно, это вторая фирма «Дельта». Я не удивлюсь, если они потом скажут, вы знаете, 20 миллионов, 24 миллиона евро для нас маловато, давайте выделить еще там штучек 5-7 миллионов. Фигня какая. Все равно кишиневцы будут платить. Да. Вы за это выступаете? За то, чтобы на кишиневца повесить еще плюс 5-7 миллионов евро? Вот горожане, вы должны знать, кто выступает против референдума. Как раз, наверное, опять же, те, кто расписывается в соучастии. У меня слов нету, как это описать. Слово, Алексей. Алексей, я знаю, что вот у вас достаточно непростые отношения с управлением электротранспорта. И это любимое тоже как управление. Раз да, одно из тех управлений, с которым непростые отношения, мне кажется, с чуть ли не каждого кишиневца. Потому что мы пользуемся услугами электротранспорта столицы. У нас свой взгляд на то, как должно быть в троллейбусах, насколько он должно быть удобно, сколько он должен стоить, как должен работать электротранспорт столицы. Вот о взаимоотношениях ваших с управлением, почему так сложилась такая история и в чем проблема? То есть что послужило началом и развитием? Отношения, ну, не знаю. Не сложились. В принципе, речь не должна идти об отношениях, речь должна идти о качестве предоставляемых услуг. Да? То есть, независимо, человек может, ему может нравиться, ему может не нравиться руководитель, но должны быть качественно поданы услуги. То, чего нету на сегодняшний день. Они хвастаются этими покупкой, этими белорусскими троллейбусами, которые невозможно ездить летом. Невозможно. Потому что не оборудованы кондиционером. Потому что не оборудованы террас. Два, потому что, насколько я понял, там такая изоляция, чуть ли не как термос. Ну,
материал такой, который просто, ну, зимой, да, в них хорошо, ну, без печки тоже холодно, в принципе, но летом это невозможно. Нет. И я не понимаю, если говорить опять-таки о конкретном примере вот вентиляции, почему, потому что они их не сразу все привозят, они их привозят периодически, там, по 5, по 7, по 10 штук. Первая партия была 102, уже дальше... Они, кстати, там декларируют, что они собирают эти троллейбусы в Кишиневе. Ну, они собирают, они ставят просто поручни и стулья, и лампочки закручивают. Больше ничего там они не делают. Это они там изображают бурную деятельность, чтобы не сказать иначе. В эфире, не да. Или... да, но я не один раз обращался с требованием доступа к информации. Скажите, почему нельзя сделать то-то, то-то? Например, почему нельзя их снабдить большим количеством форточек? Ну почему, если уже народ стонет, уже издыхает, уже летом просто невозможно? Нет, вот они привозят в такой же комплектации и дальше. То, что там уже летит краска и вообще выгорает, и все остальное, и бьются эти стекла изнутри, летят, я уже об этом молчу. Вопрос не об этом, в принципе. Вопрос, опять-таки, о той транспарентности, которой нету. То есть это одно из муниципальных, классических муниципальных предприятий, которые... намеренно администрируется некачественно, не просто некачественно, неграмотно, а заведомо с целью, чтобы нанести вред городу и горожанам. Если говорить про отношения, у меня порядка 20 судебных дел по доступу к информации именно по этой теме. И пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что наши суды, опять-таки, я буду выражаться так прямым языком, крышуют вот этот, всю эту мафию. Как? Объясняю. Есть закон о доступе к информации, и, который гласит о том, что если публичная, значит, институция, ну, учреждение дотируется общественными деньгами и предоставляет, значит, публичные сервити публичи, общественные услуги, значит, социальной важности, то оно подпадает под критерии субъекта закона о доступе к информации. Значит, эта вся информация Маргоч, вот так в двух словах, он просто трясется, он, не дай бог, он не хочет ничего. Вот я ему задаю вопрос, вот на каком основании вы делаете мухлёж, ставите колеса меньшего диаметра на троллейбуса Шкода, что является вообще преступлением, потому что этот троллейбус завтра, послезавтра он может элементарно съехать куда-то в кювет и все, и пострадают люди. Я не раз фотографировал лично вот такой же троллейбус, например, там 38-18, колеса у него больше, и 38-17 у него колеса порядка меньше, виден зазор между, значит, этой аркой. Они говорят, они пишут, вас это не должно касаться, эта информация касается технологии, касается, это, значит, коммерческая тайна и все такое. И суды постоянно на их стороне, вплоть до высшей судебной палаты. У меня уже есть 3 проигрыша в ВСП. И мотивируется это каждый раз тем, что не лезь, в двух словах так, чтобы было понятно, не лезь, это информация конфиденциальная, ноу-хау и технологии, это не является общественной информацией. Как, елки-палки, это не может быть общественной информацией, если это предприятие дотируется? Маргош говорит, нет, мы не получаем деньги из бюджета, мы на автосамофинансировании. Я не один раз обращался к муниципальным советникам с предложением, прекратите давать деньги РТЭКу, давайте посмотрим, как он выживет. Давайте посмотрим, как он на эти рекламные, потому что они там хвастаются, что у них там не хватает денег, не дает им муниципии. И они там эту рекламу ужасную размещают на всех стеклах. Это отдельный, конечно, субъект. Давайте посмотрим, как он продержится. Ежегодно 120 миллионов леев получает управление электротранспорта. Почему он врет нагло, этот Маргоч, и говорит, что они ничего не получают и что они на издыхе? А раз на издыхе, тогда, пожалуйста, сложи, как говорится, портфель и... иди гуляй, и дай человеку опытному, он держится за это кресло. И, кстати, Киртуак, муниципальным советникам нужно поднять этот вопрос. Из года в год в обход трудового кодекса продлевает ему контракт индивидуальный трудовой. Mm-hmm. Несмотря на то, что он как пенсионер не должен занимать руководящую должность. Ну, может быть, просто нет специалистов такого уровня, которые могли бы возглавить управление. Я вас уверяю, специалисты есть, но они, к сожалению... назначаются по политическим критериям, потому что я уже слышал не от одного человека, что господин Маргоч является родственником Гимпу. Вот здесь, смотрите, вы отчасти ответили на тот вопрос, который задали в начале нашей беседы. Вы говорили о том, что вот кишиневцев надо убедить в том, что грядущий референдум не является политизированным мероприятием.
А вот сейчас подтверждаете косвенно, что все в Приморье настолько политизировано, именно это и задало такое, в общем-то, нет, я объясню, просто эта вот голубая шайка, она просто захватила элементарно власть. Я говорю это к тому, что у нас люди думают, что если ты, например, против Киртуака или против того же Маргача, то получается это автоматически социалист. Нет, это неправильно. Потому что это должна быть общая проблема. Это должна быть проблема и оппозиции, скажем так, да, и нормально граждански настроенных людей. Но опять-таки тут вопрос о том, что нужно бороться именно с этой политической номенклатурщины, потому что туда назначаются люди исключительно по политическим, по связям и по, значит, своей программе. Я ратую за то, чтобы вообще полностью деполитизировать муниципий и со всеми его, значит, подразделениями. Вот на данный момент у вас пополнился в муниципальном совете список, значит, Иоанн Поповский, директор 3-го троллейбусного парка. Пацан, но он моего возраста, мне 30 лет. Ему тоже 30 лет. У него нет образования даже, он понятия не имеет, что такое. Я думаю, что я больше в этом смысле, чем он. Он бывший председатель, значит, молодежного крыла либералов сектора Чукана. Готовится, видимо, преемник, видимо, так. Я хочу сказать следующее о том, что касается троллейбусного парка, это, ну, скажем так, цветочка, то, о чем рассказывает Алексей. Ягодки заключаются в следующем. Маргоч регулярно финансирует, ежемесячно финансирует либеральную партию достаточно очень кругленькой суммой. И сам лично или за счет управления? За счет управления. То есть, каким образом? Вы знаете о том, что водители, они утром платят за то, чтобы их посадили на хороший троллейбус, раз. Кондуктора платят водителям для того, чтобы они резинили, так называют, соблюдали дистанцию до следующего, чтобы они собирали. Кондуктора потом вечером дают часть денег вышестоящему начальству. Руководители всех трех парков – это родственники. То есть, там, по-моему, племянник, сестра, если не ошибаюсь, Маргача. Маргача является, да, сестрой. Родственники. Три директора троллейбусных парков. У нас три троллейбусных парка. Они в Молдове являются... близким людям надо помогать. Да, то есть семейный мафиозный клан и так далее. Водители за свой счет делают мелкий ремонт. То есть огнетушители, отражающие жилеты, они покупают за свой счет, лампочки за свой счет, чтобы отремонтировать троллейбус, они платят деньги. Это не пустые слова, это нам говорят водители и нам говорят кондуктора. И мы просим, уважаемые водители, уважаемые кондуктора, кто работают, давайте нам больше информации, чтобы мы могли бороться с этим беспределом. Нам говорят о том, что на 22-й троллейбус, особенно с гармошкой, с дополнительным прицепом попасть невозможно, потому что там работают родственники родственников. Почему? Потому что работают лично на карман господина Маргача. Нам говорят о том, что билеты дополнительно печатаются, дополнительно продаются, и весь оборот мы не знаем. Нам говорят о том, что вписаны в списки получателей зарплат. Водитель смотрит, говорит, первый раз слышу такую фамилию, но он получает зарплату. Нам говорят о том, что троллейбус якобы то есть не вышел на линию, на самом деле он работал на линии, собирал деньги, но потом эта запись утром вычеркивается. Они, кстати, все записи делают утром, ну, поздно вечером возвращаются якобы в троллейбусный парк. Почему нет дежурного, который это вписывается? Большой беспредел творится, который, к сожалению, правоохранительными органами прикрывается. А что касается, мы лично писали заявление в Генпрокуратуру, господин Маргоч, он имеет 65 лет, он давно должен был отправлен на пенсию. Тем не менее, контракт с ним продлевается незаконно. Господин Киртуака подписал с ним продление договора. И вот такой момент касается многих предприятий. Управление капитальных инвестиций – это племянник господина Бреги. Госпожа Бердила точно так же – это управление экономики. Все предприятия – это родственник какого-то родственника из либеральной партии. Поэтому либеральная партия – это вот такая вот шайка мафиозная, которая оккупировала как раковая опухоль муниципий. Если бы они что-то делали, какие-то действительно были сподвижки, там, какие-то действительно реализованные проекты, не благодаря кредитам, взять кредит и реализовать проект – это хорошо, но этот проект реализован… Мы отдаем деньги за этот проект. Это не надо себе ставить галочку заслугу, или в заслугу. Да, что...
Тут же ротонду, которую он говорит, это изумруд, или как он там называет, и так далее. Господа, на ротонду было выделено, планировалось выделить 12 миллионов, а потратили 15 миллионов леев. А 3 миллиона куда? Скоммуниздили? Скиртачили, как я сейчас стал называть, на понимаете? На изумруд. Кому-то вот в карман поставили, чтобы изумруды себе сделать. У нас осталось немного времени, но мне кажется, что вот подвести черту всему нашему разговору может быть такая оценка визитной карточки хаоса в молдавской столице. Я говорю о проспекте, главном проспекте, или главном бульваре Кишинева, бульваре Штефана Чалмари. То, что происходит и происходило во время его реновации, восстановления или ремонта, и то, что происходит на тех кварталах, которые уже отремонтированы. Сегодня можно ли назвать это европейским ремонтом или то, чего ждут кишиневцы? Давайте с вас, Алексей. Однозначно нет. Я каждый день хожу по этому несчастному проспекту и просто думаю, когда будет следующий ремонт, и думаю, за чей счет. И когда мы рассчитаемся за этот кредит? Я вам скажу, за чей счет? За ваш, за мой. Да, я это понимаю. Но я просто... У меня есть такое желание взять, снять эту всю плитку и заново. Самое отличное, я не знаю, вычитать в книгах, как ставится плитка, потому что не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать, что плитка поставлена просто отвратительно. Ну, плитку вкладывают у нас в крови. Вплоть до того, что, начнем с того, что это самая дешевая, отвратительная плитка, которую ставят там Матуша Маривары где-то в пропадении веки. Да, потому что я считаю, что на центральный бульвар нужно было поставить брусчатку, как в любой нормальной европейской столице, если они так хотят на себя называть. Я очень взбешен тем фактом, что эти бордюры ужасные, кое-где ниже, кое-где выше, но в целом тенденция сделать бордюр меньше, чтобы заехали на тротуар машины. Где обещанные сферы, клумбы? Они поставили пару сфер уника, и все этим закончилось, и машины заезжают внутрь. Это Молтелеком поставил за свой счет. Молтелеком, даже не Примария, хотя Примария обещала это сделать. Молтелеком защищается. Вынуждены как-то делать. И это не называется ремонт. Это называется грубым словом, которое я не хочу называть в эфире. И опять-таки, я день за днем публикую это все в интернете, чтобы народ принимал какую-то позицию. Позицию того, что дальше это не может продолжаться. У нас все построено на эксперименте. И у нас сам Примар говорит, что давайте в качестве эксперимента мы покрасим временной краской, посмотрим, как будет. Мэйн, ты на что там, почему ты не нанимаешь специалистов, которые просчитают? Как можно так жить каждый день на эксперименте? Что это вообще за... Мне кажется, человечество придумало столько вариантов реализации городских ландшафтов, логистики, движения транспорта, построения или направления движения транспорта, допустим, по каким-то там виадукам, обходным или кольцевым дорогам, что изобретать особо ничего не нужно. Для такого города, как Кишинев, тоже уже все разработано. Но мы оказались в роли подопытных кроликов. Изобретать ничего не нужно. Тем более, когда привлекаются европейские исследователи или дается техническое задание каким-то европейским знаменитым фирмам. Просто нужно, чтобы руки росли из нужного места и правильно это внедрять. А внедряют они неправильно, потому что они желают украсть деньги. Вот давайте, Штефана Чалмари. У нас есть два проекта, два научных исследования. Это проект развития общественного транспорта, который был реализован немецкой фирмой. И проект внедрения платных парковок, вот эта вот мошенническая схема, которую 26% либералы себе хотели в карман ставить. Они противоречат друг другу. Причем об этом они прекрасно знали. Но они специально... Проект развития общественного транспорта. Суть в чем заключается? Надо запретить парковки, раз. Надо сделать выделенную линию для общественного транспорта, два. Для чего? Для того, чтобы общественный транспорт ходил более интенсивно, более качественно. Соответственно, предприятие РТЭК было бы прибыльное. И, соответственно, люди, зная, что транспорт очень хорошо ходит, они бы имели стимул отказываться от своих личных автомобилей. И это происходит во всем мире. Это происходит в мегаполисе Москва. Люди действительно отказываются от автомобилей. Там расширяют пешеходную зону, сужая проезжую часть. И это работает за счет выделенной линии. Но при выделенной линии не должно быть парковок, потому что какой-то припаркуется на тротуаре, да, и на велосипед, на дорожке, на полкорпуса, и общественное движение встало. А они делают для того, чтобы воровать деньги. Вот для чего они делают. И поэтому город не развивается. Понятно. Спасибо вам за этот разговор. Эмоциональный и в то же время аргументированный. Я надеюсь, что... Уже. Да, понятно. И не только вам. Я на улицах часто слышу и беседы, участвую в таких вот диалогах, не телевизионного формата, а такое приватное.
когда просто кишиневцы подходят и, называя меня по имени, просят буквально, говорят, давайте что-нибудь, ну помогите, расскажите больше о том, что происходит в Кишиневе, чтобы кишиневец, тот, кто еще думает, раздумывает, стоит ли участвовать, как ему кажется, это в политической какой-то забаве, а не нормально, а не в настоящем деле, настоящем, в настоящей реализации вот высшей формы демократии, когда можно поставить точку в этом беспределе, перечеркнуть этот вчерашний день, перелистнуть эту горестную страницу Кишинева и приступить к тому, чтобы построить или вот воссоздать Кишинев, сделать его удобным для жизни, настоящим городом, потому что сегодня это, по сути, деревня. Деревня просто с такими еще с остатками да, городской жизни. Лучше даже, кстати, хочу сказать. Выезжаешь за, куда-то за 20 километров, и там намного больше порядка, чем в Кишиневе. Какой-то хозяин. Все от хозяина зависит. Да. Здесь, вот здесь вы правы, Александр. Спасибо за разговор. Будем неоднократно вас приглашать и продолжать эти беседы. Если есть еще пару секунд, я бы хотел сказать жителям. Первое. Мы в 2015-м на выборах обещали, что мы не будем заниматься политикой, и у нас политики нету в нашей деятельности. Мы занимаемся градостроительством и сохранением бюджета развития города. Референдум – это ваше волеизъявление за развитие города. Выбирать будем потом достойного примара. Сейчас нужно избавиться от раковой опухоли. Нужно срочно лечить организм. Выходите на референдум, иначе потом будете в десятки раз больше платить за коммунальные услуги благодаря этой либеральной мафии. И сидеть в пробках. Да. Алексей, согласны? Однозначно. Народ должен понять, что судьба его зависит в его руках. И народ должен установить грамотный, четкий контроль и спрос над властью, а не подчиняться этой власти. Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов и представитель гражданского общества Алексей Димитров. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго.